Архангельский городской совет ветеранов реализует проект «Память истории», который является частью общероссийского проекта «Наша общая победа». В ходе проекта осуществляются сборы и оформление видеоматериалов об участниках Великой Отечественной войны. Сегодня мы встречаемся с Кондратьевой Ольгой Васильевной, матросом военно-морского флота 24-го года рождения, которая прошла фронтовыми дорогами с августа 1942 по ноябрь 1945. За героизм и мужество в боях с немецко-фашистскими захватчиками награждена медалями за победу над Германией, за боевые заслуги и за оборону Советского Заполярья. В послевоенные годы награждена орденом Отечественной войны второй степени и многими юбилейными медалями. Ольга Васильевна, можете начинать свой рассказ. Как вы узнали о начале войны? В июне месяце, как раз с 21 на 22 в ночь, у нас был выпускной бал в школе. Я закончила 10 классов. Ну, плясали, пели, веселились, строили различные планы. Кто, как, куда, как дальше жить будет. Но утром мы узнали, что началась война. И нашим планам осуществиться не удалось. Все мальчики наши были уже мобилизованы. Ну а девочки кто как, кто куда. Я поступила в медицинский институт, закончила первый курс. И вдруг райком комсомола бросил клич. Нужно 80 девушек на Северный флот, краснознаменный Северный флот. Ну и я подала заявление и была призвана. И 3 августа 1942 года вместе с другими девушками нас повезли в сторону Муромска. Вот когда привезли нас в Муромск, неизгладимое впечатление оставил город. Это же заполярный красавец город был. А когда мы вышли из вагонов, мы увидели одни развалины, одни остовы домов. Все было разрушено. И мы не встретили там ни одного человека, никого не было. И когда мы прошли строем город, вышли за город, то из сопок стали появляться люди. Они там жили в землянках, все ушли. Ну, дальше я закончила военную школу связи на отделение радистов. 8 месяцев проучилась и после этого отправили в часть, в воинскую часть. Я была на аэродроме. Служила в 102-й роте связи 14-й смешанной авиадивизии. Я радист. Поддерживала связь с самолетами, которые улетали на боевое задание. Какое боевое задание у них было? По Баренцеву морю, Белому морю шли караваны от Англии, помощь от Англии и Америки. Шли караваны с продовольствием. Так, ну и боевые там. Боевое всякое снаряжение, танки даже. И вот немцы, конечно, ставили свои задачи во что бы то ни стало не дать пройти каравану, а наши, чтобы прошли. Ну и вот вылетали на задание наши летчики, бомбили, уничтожали подводные лодки немецкие, сражались в воздухе с немецкими самолетами, а мы, радисты, поддерживали с ними связь. Осуществляли связь между командованием и самолетами. Ну, значит, в боевых действиях я не участвовала, там не было никаких боевых действий на суше. Но наша база, где мы все жили в землянках,
до аэродрома, где была радиостанция, примерно был километр. И вот нужно было, мы бегали туда на вахту. И несколько раз, ну и довольно часто, бомбили аэродром. Ну и вокруг все. И вот бежишь туда на вахту, и начинается бомбежка. Все кругом гремит, стучит, свистит, и кажется, вот эти бомбы, они летят, они издают такой неприятный свистящий звук, и кажется, что она летит именно на тебя, и она ударит именно в тебя. А тебе всего 19 лет. Тебе так страшно. Земля вся вздыблена. Летят комья земли, осколки там камней всяких. Страшно. А надо бежать. Надо бежать, во что бы то ни стало, бежать, бежать, бежать. Может быть, в это самое время отдадут приказ самолетам подняться в воздух и идти в бой, а у них связи нет. Потому что радистка, видите ли, испугалась. И вот бежишь. Но настолько это страшно. В общем, передать невозможно. И кто говорит, что не боятся ничего, неправда это. Все боятся, только надо преодолеть этот страх и делать то, что тебе положено делать. Ну и вот бежишь и себе твердишь, надо, 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 беги, беги, беги. А хочется куда-то упасть, в голову куда-то спрятать. Ну, прибежишь. И если потребуется, сразу связь налаживаешь. Ну, правда, ключом сразу работать не можешь, потому что руки не слушаются, все трясется. Но потом все же приходишь в себя и начинаешь работать. А какие там летчики были? Асы. Вот Сережа Гуляев. Он впоследствии, на его счету был не один десяток сбитых немецких самолетов. Впоследствии он стал героем Советского Союза. Женя Комиссаров. Тоже ас-летчик. Ну, посмертно ему тоже присвоили звание Героя Советского Союза. В одном из воздушных боев он погиб. А какие это были ребята? Красавцы. И внешне, и душа у них красивая. И отважное сердце. Нашим летчикам там было очень трудно. Гораздо труднее, чем, предположим, в средней полосе. Потому что в средней полосе летчик, если подбили, у него есть парашют. Он может спуститься на парашюте и, может быть, прыгнуть на парашюте. И, может быть, он спасется, попадет к партизанам и снова будет продолжать борьбу. А наш летчик северный, заполярный, как он может, куда он прыгнет? Внизу море, а вверху враг. И поэтому, если самолет подбит, то летчик гибнет вместе с самолетом. Даже сейчас мурашки кожи бегут. А вы где базировались? Под Мурманском. Губа грязная. Угу. Малая Ваенга. Угу. Там. Но наши связисты, у нас были телеграфисты, телефонисты и радисты. Ну, тоже выполняли свой долг. Связь обеспечивали. Были там такие девочки хорошие, очень радистки хорошие, сибирячки. Маша Селиванова и Маша Гущина. А телефонистка Шура Парфенова. Она наша землячка из Молотовска, ныне Северодвинск. Она оттуда. Ребята наши, мальчики. Ведь иногда отправляли в тыл врага десанты. Нас, девчонок,
не трогали, туда не брали. А ребята наши, вот радисты, Веселов Андрей, Женя Клюквин. Отличные ребята, не раз летали и были сброшены в тыл врага. Ну и другие ребята. И не всегда все возвращались. Вон там, выключите. И не всегда все возвращались домой. Что еще-то? Дальше. Ваше главное впечатление от войны? А вот. Может, сказала? Угу. Еще раз бросить там, да? Или как? Или... Скажите, что... Алло, алло. Ленушка, позвони позднее, я занята. Угу. Можете еще рассказать, как, за что вам вручили награды? Вот. Ну, что? За боевые заслуги? Да, так, за своевременную, качественное обеспечение связи с самолетами. Я работала на дивизионной радиостанции. Вот. Ну и от нас многое зависело. А можете сказать, это... что больше всего вам запомнилось с войны? Что вот когда на вахте сидишь, так что, поддерживая связь с летчиками, а летчики ведь, например, когда он гибнет, и вообще не разрешалось ведь посторонние разговоры в эфире, не разрешались. Но когда летчик подбит, и он гибнет, так он и привет передаст, и попросит, чтобы передали привет кому-то родному, по именам называет. Но это такое состояние радиста, который сидит и слушает это, ну, ее не передать, это и боль, и горечь, и отчаяние. Вот так. Ну, а когда они возвращаются, все, например, эскадрилья пошла в бой и сбили вражеские самолеты, и не один, и все полностью возвращаются, так это счастье. И когда я работала, вначале я работала на полковой радиостанции, и моя радиостанция располагалась в землянке первой эскадрильи. И вот когда ребята возвращаются вот с такого полета, когда ни один не погиб, и они все возвращаются, так тут и я выскакиваю из своей радиорубки, и тут у нас и смех, и слезы, и, в общем, радость. Это радость. Вот. А помните, как встретили День Победы? Ну, День Победы, наверное, встретили мы так же, как и в тылу. Узнали мы 8 мая, мы узнали, что уже победа. Ну и что? Все выскочили на базе, которой вот мы были, там все были одни землянки, мы все в землянках жили. Там была рота связи, штаб, вот база это и был. И вот... Нет, часть и радиорота. И мы все были в каком-то там, знаете, как в лощинке в какой-то были. А наверху у нас все было только два здания. Остальное все были землянки. Наш камбуз был, небольшое строение на скорую руку построенное. И маленький клуб тоже на скорую руку построенный. Мы все, вот все и шофера, и медики, и мы радисты, телефонисты, телеграфисты, начальство наше, все офицеры. Мы все вышли наверх, кричали кто что мог,
все кричали, все шумели, свои пилотки, береты, мы в беретах ходили, все вверх бросали и вообще кричали какими-то сумасшедшими голосами. Настолько мы все были рады. Вот, вот и все, что больше. Чем после войны вы занимались? После войны я закончила педагогический, Архангельский педагогический институт и работала в школе учителем. Какой, что преподавали? Я учитель русского языка и литературы. И всю жизнь проработали учителем? Да, да, да. А в какой школе вы сказали? Да? Нет, я не сказала. Я работала на сульфате. Сразу после института меня направили на сульфат, в 37-ю школу. Потом после 37-й школы я была в 51-й школе, тоже все на сульфате. А потом построили новую школу, 43-ю. Я, нас, часть учителей, нас перевели в эту школу. Я была в 43-й школе. А потом на сульфат ездила из города, жила в городе. А потом меня в 62-ю школу, Соломбарскую 62-ю школу, перевели заучем. И вот я последние 13 лет работала в 62-й школе, вела два класса русского языка и литературы, и заучем была. Понятно. А еще какие-то факты из биографии, когда женились или еще что-то? Когда женилась? Ой, да, наоборот, да, вышли замуж. С мужем мы прожили почти 50 лет. Только 7 дней не дожил муж до золотой свадьбы. Всего 7 дней. Вот уже 4-й год я живу одна. У меня дочь. Умерла дочь. Сын сейчас есть, живет в Архангельске. И внучка, его дочка. Вот внучка, это моя радость, мое счастье. Ну и вот она ходит ко мне, я живу одна. Она ходит ко мне, помогает мне. В общем, все, что я скажу, она все делает, никогда не отказывается ни от чего. В общем, хорошая очень девочка. Понятно. А можете... А правнуков у меня нет, муж умер. Муж, я говорю, что вот 4-й год, как его нет. Муж тоже учитель, работал в 9-й школе. А тоже что преподавал? Он труды преподавал, столярное и слесарное дело. А еще что-то хотите рассказать, может быть, как работалось вам в школе, что-то такое? Нет, ничего, о чем работалось в школе. Ну или о чем-то другом, что хотите рассказать? Нет, все, все, я все рассказала. А тогда в конце можете сказать пожелания потомкам? Трудно сказать какое-то пожелание. Это что, все слышно, что я говорю? Ну сейчас? Да, да. Не надо. Потому что... Очень много среди молодежи вот, негативных таких явлений. Не хотелось бы на них мне зацикливаться, потому что есть ведь и хорошие, конечно, хорошие парни, девушки. Но вот обидно, что много таких нехороших. И обидно еще, что многие очень из молодежи живут, знаете, Иванами непомнящего родства, которые даже не знают истории своей страны, своей родины, России. Даже не знают, кто победил во время Великой Отечественной войны. Так этого не знаю. Вот мне не хочется об этом говорить. Ну, все хорошо, спасибо вам большое за рассказ. Да, пожалуйста.